Привет всем прильнувшим к экранам любителям футбола. Смотреть игру с вами будут Константин Генич. Итак, состав Сампдори. Я так понимаю, стоит ожидать активного участия полузащитников в атакующих действиях. Ну, видимо, на это и есть расчет. Перед нами состав Ромы. Представленная схема – вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Привет всем прильнувшим к экранам любителям футбола. Смотреть игру с вами будут Константин Генич. Итак, состав Сампдори. Я так понимаю, стоит ожидать активного участия полузащитников в атакующих действиях. Ну, видимо, на это и есть расчет. Перед нами состав Ромы. Представленная схема – вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Привет всем прильнувшим к экранам любителям футбола. Смотреть игру с вами будут Константин Генич. Итак, состав Сампдори. Я так понимаю, стоит ожидать активного участия полузащитников в атакующих действиях. Ну, видимо, на это и есть расчет. Перед нами состав Ромы. Представленная схема – вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Привет всем прильнувшим к экранам любителям футбола. Смотреть игру с вами будут Константин Генич. Итак, состав Сампдори. Я так понимаю, стоит ожидать активного участия полузащитников в атакующих действиях. Ну, видимо, на это и есть расчет. Перед нами состав Ромы. Представленная схема – вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Команды начинают эту игру. Поехали! Фабио Квальярелло. Может получиться интересная атака. Хавьер Пастора. Ундер. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Видит игрока впереди и отдает пас на ход.